Вот пастух пасет бычков и коровок. Да, бычков и коровок. Любовь, забота, ласка. Угу. Все у них есть. Скажите, рук не хватает, да, чтобы отгонять от них насекомых? Да. Я, кстати, там средства привезла для обработки от насекомых. Все равно они... Ну да, все равно они не так. Ну, они вроде так и не кусаются, но такие надоедливые. Угу. Рупа, да? Да. Рупа. Красавчик, рупа. Рупа. Рупушка. Рупа. Они все хорошие. Матки все хорошие. Матки тоже вон. Видите, как у него. Угу. Получается, что на белую шерсть меньше садятся, да? На черную почему-то больше. Это разбирает, они не терпят. Если бы мы такое терпение имели, да, бы, конечно, было бы. Можно учиться у них. Можно учиться терпению у них. Да, да, да. Они зимой вот на холоде лежат вообще. Есть кирают. Классно. Они очень хорошие. Они очень хорошие. Если они уже доверием вошел, то есть они уже, когда ты можешь с ними там кричать, орать, они тебя, они могут между собой как бы колоться, но тебя они обязательно не тронут, обязательно с уважением, с любовью. Да, да, они все. Видите, как интересно. Да. А вы уже их много лет пасете, да? Да нет, сколько? Месяца 4. Месяца 4, да? Да, их осенью прошлой. Они просто привыкают. Быстро любят человека, да? Да, если ты с ними, то есть не фальшивишь, то да. А если фальшивишь, то ничего не получится. Так, искренность любят, да? Да, да, да. И все любят искренность. Кришна, да, тоже любит искренность. Да. Так что. Да, да, да. У него ноги больные, но я его пускаю, он все равно идет, даже нитку разрывается, но хочет с коровами. Они тоже привязаны к стаде, к друг к дружке. Угу. У них тоже своя, как бы, команда. Своя команда. Ятра. Да. Они же очень социальные животные, коровы. Они просто не выносят одиночество. Да, да. Одиноко, когда они по одному. Уже когда вон, оставалась мантра, она мутит. То есть, ну, как бы, остается. Они же старенькие. Да. Живут. Им уже всем около 20, да? Ну, кому-то да, уже есть больше 20, да? Кому-то больше. Вот самый такой Джай, вон он, бык. Такой, такой, он такой более резвый такой. Но есть еще такие. Но эти уже постарше. Вот, матку, Чандра. Они постарше. Они все время так вместе держатся. Видишь, даже сейчас рядом. Mm-hmm. Они все время, если не пасутся, все время вместе, рядышком. Я как брат. Я вот сегодня лизал его, матку ходил. Матху Чандры лизал? Ну да. Uh-huh. Ну, вчера его. Братья, да? Да. Интересно. Так, они все такие интересные. Да. Так, я эту Атману взял как-то пастись сюда. И пришел ей яблок дать. Она не взяла у меня, обиделась. На следующий день взяла. Чудо что, какое. Ну, да, да, у них они все. Все как у людей, правда? Да, да, да. Просто надо, ну как. Люди, когда вот, собаки изучают, они же понимают, собаки тоже любят людей, там встречают, они же привязываются. Животные, слоны, и такие коровы. Да. У каждого просто свой уровень понимания, чего-то понимания, восприятия. У людей даже, может, они хуже, чем. У животных что-то, они просто опускаются до этого уровня. Когда чувство наслаждаешь, ты забываешь обо всем, кто ты и что ты. Чувство просто с ума сводит человека. Умные чувства. А у вас какие-то вот чувства безумные. Какие-то... Ой, простите, я вас перебила. Да. У вас чувства какие-то вот возникли такие особенные, когда вот вы с коровами стали? Да, да, конечно. Корова меняет сознание. Во-первых, они, у тебя это успокаивает. Здесь, кажется, пас и пас. Перекусить что-нибудь, да, и можно здесь целые сутки находиться. Вот у меня такие тоже чувства, понимаете? Да, 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 да. Я когда приезжаю сюда, мне кажется, я бы здесь ходила и ходила, да, с, да, ними. Да. Ходила и гладила бы, и кормила. Да. Вот. Говорится, что успокаивает три вещи. Это полная луна, ум успокаивает, гладкая водоем и корова. То есть можно ее обнимать, вот. Можно обнять и так хорошо так с ними, так классно. Они чувствуют человека, но если мясоед или пьяница, они не хотят, они с ними не хотят. Если ты с ним открытый, вот не фальшивишь, то есть тогда они, да, пожалуйста, тогда они открыты. Но они, вот видите, наверное, еще у них такое особенное отношение, когда они чувствуют, что люди не едят мясо, правда? Да, да, конечно. Потому что если люди едят, да, да, мясо, все-таки они как-то это тонко считывают. Конечно, вот интересно, конечно, как это, конечно, у них, правда? Но на каком-то тонком уровне. В этом же говорится, что искренность у него человека. Говорится, что если человек, который кушает мясо, он никогда о Боге не будет помнить.
А им нужен Бог. То есть Кришна любит коров пасти и на флейте играть. Это верховного занятия самое. Угу. И в этом отражается. Здесь Кришна присутствует. Это коровы и Гуранта, и Минские. То есть, угу. Это собственность Кришны. Если ты за ними ухаживаешь, я яблоки на выпусках. Приду мокрый, там дождь, или они тут на меня нападают, все яблоки все хотят. И они такие, ну, как бы, ну, видно, что они, то есть я доволен. Я не предлагал их Кришне, но я пришел, корову их отдал. Я счастлив просто, и еще хочется сходить. Угу. Яблок мало в этом году, но они яблоки любят.